Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Богдана Арника. Ходила на покупки. Захожу из западной стороны, мой городочек. Он меня встречает потоком машин. Это церковь. И вот такими новогодними рождественскими украшениями светловыми. Магазинчики, витрины, люди, которые смотрят, прицениваются. Вот такой красивый магазинчик. И здесь магазинчик. Витрины оформлены все к Новому году. И мы подходим на центральную площадь. Здесь бар. Здесь магазин Арлекино, в котором продается вино, сигареты, банк. Продолжение улицы. Небо такое чистое, темно-синее. И вот она, площадь, вся украшена новогодними декорациями. Сейчас мы подойдем поближе, и я вам покажу. Так, под муниципалитетом поставили вот такое небольшое строение с рождественскими фигурами. Такая лавочка в виде бочки. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Вот такие рождественские декорации. Деревья украшены гирляндами. Вот такой светильник рядом. И на возвышении олень. И такие сани. Рядом елки. Все очень красиво. Все очень празднично.